Ивановцы стали гражданами России. Регион присоединился к всероссийской акции с таким названием. Суть проекта в размещении и популяризации в интернете видеороликов о том, что считается символом края. Участие в акции приняли 85 субъектов. Текстильную столицу представил краевед Александр Семененко. Он рассказал интернет-пользователям о музее Ивановского ситца. Все народные символы станут материалом для создания раскраски, которую планируют дарить детям в детских оздоровительных лагерях и дошкольных учреждениях в рамках мероприятий, посвященных изучению символики страны. Основу экспозиции музея составляет история развития текстильного производства в нашем крае с древнейших времен до наших дней. Она включает в себя около 500 000 видов тканей. В апреле 2007 года в музее открылся новый проект, посвященный уроженцу города Иваново, выдающемуся модельеру Вячеславу Зайцеву.